Добрый день! Сегодня мы находимся в городе Пекине, в запретном городе. Шучу. Мы все еще в провинции Гуандун. И мы приехали на киностудию, где происходят съемки различных фильмов и сериалов китайских. Смотрите. Кроме того, во все остальное время, пока съемок нет, здесь открыт парк. Можно пройти в декорации, посмотреть, как все устроено, попробовать и увидеть небольшие представления. Вроде как Голливуд китайский. Колесница дракона или транспортное средство императора. Вы знаете, что в древнем Китае желтый цвет, золотой цвет драконов на одежде мог носить только император. Всем остальным за ношение подобной атрибутики полагалась смертная казнь. Вот это вот вход в запретный город. Вот эта штука посередине, она называется путь дракона или лестница дракона, не помню. По ней тоже ходить нельзя. Запрещалось по ней ходить и наступать. Ну, сами знаете, что было в Древнем Китае за это. А здесь всем известные по фильмам кунг-фу тренажеры. Можете попинать их, если знаете, как это делать. Вот видите, девочка стоит посередине. Здесь такие костюмы можно взять в прокат, а здесь сфотографироваться, засняться. В общем, ее бы уже казнили. Ну, и какой дворец без тронного зала? Да? Сейчас зайдем. Все в золоте. Там, вон, видите, маленький император. Thank you.
Пользуясь случаем, удалось заснять пару принцесс. Вот они, видите? И тут еще маленький император. Два. Наверное, наследные принцы, не императоры. Вообще, место живописное. Я бы не прочь здесь пожить пару столетий, поруководить Китаем. Сцена рабочего кабинета. Руками не трогать написано. Это кабинет так называемой секретной комнаты. Это комната, где император проводил встречи со своими советниками. Эта комната находилась, как правило, за тронным залом. И здесь император принимал гостей важных и принимал какие-то решения, которые нельзя было обсуждать на публике. Это внутренние покои. То есть в таких кабинетах проходила основная часть жизни. Еще одно транспортное средство. И также вот различный реквизит. Там в соседнем зале проходит демонстрации съемок фильма, как проходят съемки различных сцен. Камера, освещение, все как положено, стоит знак, тишина, идет съемка. Что такой нарядный потолок. Оружейная комната. Доспехи. Здесь, в этих павильонах, если я не ошибаюсь, больше сотни фильмов и сериалов было снято. И вот реквизит хранится здесь. Мечи. Много мечей. Прям вообще дофига. Вот такие трезубцы. Не знаю, как они называются. Но вы их можете в любом фильме про единоборство увидеть. Так. Одежда бедняков. Да? Сколько хотите. Традиционно. Такие ружбайки. Форма британцев. Да? Знаете, Гонконг был же колонией британской. Вот. Униформа иностранной армии написано. Но мы-то с вами знаем, какую иностранную армию они имеют в виду. Так, здесь еще тоже традиционная одежда. Не, одежда подчиненных. Сейчас покажу.
Вот. Здесь вот, кстати, платья императорские. Смотрите, с драконами. Я уже говорил в начале, что, да, драконов носить на одежде. И вообще желтый цвет только император, поэтому такие костюмы. Так, здесь костюмы военных. Есть такая игра известная, китайская маджонг, да? И там на вот этих костях тоже иероглифы, и они как раз имеют свое происхождение вот от воинских званий. Там рядовой, да, капитан, офицер. Вот. И здесь на одежде иероглифы, наверное, я думаю, что они означают то же самое. Трон дракона. Тут такая композиция из шлемов и углей, или как это, головешек, не знаю. Здесь какая нарядная шапка. Несколько женских костюмов. Вот, видите, закрывают сцену, которую я сейчас снимаю. Здесь написано, все, короче, отваливайте. Большое спасибо, пожалуйста, идите нафиг, потому что проходили репетиции, а сейчас будет происходить съемка, поэтому никого посторонних быть не должно. Ну тут вот, смотрите, китайцы все равно любопытные очень. Все не так много здесь каких-то людей с камерами, не знаю, съемочные группы, наверное, вокруг тут бегают. Так что не знаю, какой фильм мы засняли, но я думаю, это будет спойлер для любителей азиатских фильмов. Тут же вот демонстрируются фильмы, снятые здесь, в этих декорациях. Вот еще такие красивые полки. Не знаю, что это за фильм. Кто знает, напишите. Внутренний двор. Можно пострелять из лука здесь. Почувствовать себя воином древности. Пойдет, нет? Не, вообще не попал. Вообще даже не рядом.
Утки видите, там сидят? Черные какие. Немного из повседневной, современной китайской моды. Это репродукция города на реке в городе Нанкин. Нанкин, как известно, был древнейшей столицей Китая. Именно в этом городе находится, как это называется, терракотовая армия. Да, можете прогуглить. Вот, а здесь такое место для романтических встреч. Сейчас такой небольшой парк, деревья красивые. Вон, видите, там дяденька, тетеньки поет песенку. Такая комната здесь называется комната для отдыха. То есть вы походили, утомились, телефон сел. Оп, зарядка, столики, попить чаек, телевизор посмотреть. Ну, естественно, все бесплатно. С видом на горы. С вами в эфире «Поющий камень». Так, не спеша, мы попали в Гонконг или Макао.
старого периода. Макао, как известно, тоже была колонией, но только не английской, а португальской. Поэтому здесь можно увидеть католические церкви, дома в европейско-азиатском стиле, с видом на озеро, естественно. Какие колонизаторы будут жить в пустыне, правильно? Вот, считайте, что вы побывали в католическом храме. Примерно так они все и выглядят, по крайней мере, те, в которых мы были. И, ну, естественно, исповедальня. Приезжайте, покайтесь. Это никогда не поздно же, как известно. Субтитры создавал DimaTorzok